видео. Всем привет, поздоровайся, Егорчик. Егорчик, здорово, ты попал здорово, в видео, здравствуйте. Так, орех, орех, где орех? Я снимаю, снимаю, полным экраном вижу, где, не вижу, где он. О-о-о, вижу, вижу, видео, видео, видео. Godmod, это он, это он. Видео, 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 чат, 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 видео пошло. Пошло, пошло, родное. Так, орех, делаем обзор на ореха. Орех, на чем? Орех с каким-то новым устройством. Такого устройства я еще не видел в нашей игре. И это какой-то лютый контент. Сейчас посмотрим, как будет работать его замечательное устройство. С вас 100% сразу лайк на этот видос и подписочка на канал. За ореха 100%. Никогда его не видел в бою, шучу. Видел, даже играл против, но не записывал ничего подобного. Так, что это за грязное устройство? Сейчас мы вместе с вами узнаем. Очки оно набивает больше, чем я набиваю. Соответственно, делаю сразу вывод. Это какая-то лютейшая имба. Мне только непонятно, почему это опять новое устройство на гром, а не на какую-то другую пушку. Это супер-супер странно. Так, играет на мамонте. Мамонт — это дефолтный, Егорчик, мамонт? Да. Егорчик, это дефолтный мамонт, да? Так, а запись пошла? Да, запись пошла. Фух, я уж испугался, что запись не пошла. Сейчас бы я ореха бы не заснял бы. Вообще габелла была бы, чат. Это была бы просто габелье. Так, ладно, мы же с орехом, поэтому все-таки General Tanks. Надо помочь чуть-чуть. Ну, все-таки он, конечно, соло закроет эту катку, инфосоточка. Но я чуть-чуть помогу. Чуть-чуть. Так, тихонько помогу. Так, гром стреляет крайне быстро, я вижу. Это значит устройство какое-то на как раз-таки скорострельность грома. И при этом оно должно давать какой-то грязный джаз. Что оно дает? Что оно дает? Расскажи-ка мне, пожалуйста, Егорчик, ты знаешь? Оно дает уверенность. Какая-то, не, какая-то грязь. У него быстро стреляет оно прям. Оно прям реально быстро стреляет. Он прям дает и грязноту. Ой-ой-ой, какой грязный овер. Атари. Да? Да. Раздался сильно? Жестко. Убил всех. Понял, 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 принял. Ну, по очкам он идет не кисло. Конечно, давайте попробуем, как говорится, не упасть в грязь лицом. И попробуем тоже, как бы, занять, ну, лидирующие позиции. Все-таки, ну, как бы, за нас орех, а мы тут, знаете, ну, на мультинге каком-то будем. Но это будет как-то некрасиво. Так, ну, он раздал овердрайв, а овердрайв бы сейчас бы очень сильно пригодился. Я думаю, что ему стоит ядерную войну устроить прямо сейчас, не? У-у-у-у! Егорчик ядерную войну устроил! Вот это грязнота залетела. Неплохо, неплохо, неплохо. Ну, короче, я так понял, что это гром на скорострельность. И в чате кто-то написал, что это устройство, которое похоже на шафт с режимом серийного огня. Поэтому это что-то быстро, да, да, и скорострельное. Да, типа три скорострельных по ходу выстрела, потом перезарядка. Но вопрос в том, какой урон он наносит с этим устройством. Большой ли урон? 9 киллов у него, 255 очков. Ну, не сказать, что он супер жестко идет. Но он на Гиперионе, он не на кризисе. Может быть, с кризисом эта грязнота дает намного жестче контенту. Так. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. 11 на 5 он идет. Чуть-чуть побольше последим за тем, как он играет. Что он делает вообще? Егорчик ему на самохил упал. Орех раздается. Орех, овердрайв. Пошла тусоночка грязная. Первого уносит. Летит на второго. Пошел, 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 пошел. Второго забрал он? Не-не-не, не может догнать. Не может, от него убежали. Но еще кого-то там подзабрал. Летит, летит, летит. На 15 секунд овердрайв тушанул. Я думаю, что орех очень сильно сейчас доволен, что он с 15-секундным овердрайвом пролетел по базе противника. Ну и 17 киллов. Ну неплохо, неплохо держится. Громчик, неплохо. Явно получше, чем мой Twin Sammy. Я, конечно, больше смотрю за этим устройством, потому что интереснее посмотреть, как оно работает. Но какая-то грязноточка идет. Какая-то идет грязь. Идет, идет. 18 киллов. Так, надо постараться выиграть катку. Они точку забрали. Егорчик, что с дела? Не знаю. Исправляемся. Егорчик, исправляемся, исправляемся. Надо выигрывать. Нельзя падать в грязь лицом перед игроком General Tanks. Но это все-таки легенда киберспорта. Поэтому, ну, хочешь не хочешь, надо выиграть. Хочешь не хочешь, нужна победа. 100%.
Там 4 снаряда выдается, а потом идет долгая перезарядка. Понял, понял, понял. Чат подсказывает, как работает этот замечательный громчик. Но мы начинаем отдавать точки. У нас фул пачка плюс орех. И мы проигрываем. Егориус, это что такое? Это что за шар был грязный? Не видел шарик. Блин, Егорчик, ну давай, давай, надо, нельзя проигрывать, нельзя. Нельзя, 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 работаем, работаем, Егорчик, работаем, работаем на захват, Егорчик. Егорчик, Егорчик, давай, давай, точечку, Егорчик, уходит, родная, уходит. Титан добавляет, ой, хорошо, Васпик раздается. Игра, 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 Егорчик. Игра, 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 блин, шар полетел. Держать, 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 кто там, орех, ну, придержать чуть-чуть. Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Уходит, уходит, родная, уходит, уходит, родная, не успеваю. Габелла, да. Ну, это, конечно, несерьезно. Это очень несерьезно. Так, а что у них по пушкам? Может быть, поменять мне какие-нибудь резисты, не? Так, левая? Да, левая, Егорчик, надо забирать. Это наша, это наша, это наша. Давай, 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 родной. Давай, забираем, 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 забираем. Так, подъемчик в блокинг, в подъем. Чуть-чуть вперед играю. Чтобы, если что, закрыть подъемчик. Егорчик уже на захвате. Захватик, захватик. Егорчик, только с захвата не уедь, потому что я сейчас вперед буду открываться, чтобы мы точно забрали эту точку. Чтобы мы точно ее забрали. Так, падаю вниз. Чуть шире. Отлично. 2-2, есть контактик. Сюда. А первую точку, которую мы забрали на центре, да? Да-да-да. На центре это вообще самая сложная точка, и сейчас она будет. Да. Блин, вот эта точка, скорее всего, будет уже очень тяжело забирать. О, так. Я тебе какой, Геныч выиграл Блицов? Да, хорош, красавчик Геныч. Только у нас видос, у нас орех в видосе. Да, ты забыл вообще уже, что ли? У тебя все поплыло? Так, 7,5 минут. 7,5 минут. Так, делаем, делаем грязючку, делаем. Ой-ой-ой, шарик отлетает. Что-то делаем. Так, мне надо овердрайв. Поражать. Ой-ой-ой, орех грязный. Сейчас мог затушить Типона. Так, у них у Титана появился овер. И меня просто с паладина овердрайвом уносят просто в щи. Так, там шафт, магнум и Тесла. Шафт, магнум, Тесла. Шафт, магнум. Шафт. Тесла. Магнум. Шафт. Во. Вот так вот по резисту мы берем. Держать тогда. Делаем, 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 делаем. Было, грязи, было, да? Было, 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 было. Работу, 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 работу. Егорчик чуть придержал, можешь? Егорчик, там 25 танков! Туда их! Еще, еще, доработай, 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 доработай. Чуть-чуть, доработай, чуть-чуть, чуть-чуть. Хорошо, есть контактик, есть. Отлично, 6-6. Работаем, 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 работаем. Летит. Ой-о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 й. Так, может быть, мне что-то поменять? Что я могу здесь взять из грязноты? Егорчик, быстренько обработай информацию. Что я могу здесь взять грязное? Гром. Гром? Не, гром не хочу. Гром, наверное, не будет здесь. Интересно. Мамонт, думаю. Соска! Мамонт и Зида, точно! Есть контактик. Мамонт и Зида, там как раз надо... Выключать титана куполы. Игра, 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 Егор, игра, Егор, игра, игро. Егорчик, Егорчик, орех стоит рядом с точкой и не контролирует точку. Это лоу-скильная игра, если честно. Это очень лоу-скильная игра. Эта игра не похожая на General Tanks уровень. Стоять рядом с точкой и не контролировать ее, это, ну, такое себе. Я бы на месте ореха бы задумался о том, что он делает в осаде. Не мультит ли он зашел случайно нам? Что-то это похоже на мультинг какой-то. Так, надо забирать, надо забирать. Ну, нету оверки. Ну, нету возможности здесь никакой. Нету, нету, к сожалению, нету. Нету. Нету возможности, нету. Так, у ореха есть оверка. Орех можно. Орех неплохо держится. Орех. 33-13. Орех, орех, оверку, орех, орех. Ну, блин, ну я почти сказал хорош. Почти было хорош. Так, там в яме сидит тип с оверкой. Егорчик, придержи, придержи меня чуть по чуть. Так, взяли рез от меня. От Изиды резист взяли, прикалываешь?
Но нам надо захват сбить. Надо захватик сбить. Егорчик, 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 Егорчик. Так, а что там у них? Одно Эмми, одно пробитие и одно пульсар. Ладно, не буду я менять устройство. То есть у меня лучше Эмми будет, на мамонт все-таки Эмми поактуальнее будет. Захват сбили, у меня 80% овердрайва. По идее, я совсем скоро смогу в тушеночку дать грязную. Могу какую-то банку тушки дать. Что-то что-то оформить. Хорошо. У меня 90-ик. Нормально, у меня есть? Есть, я сейчас давай, буду давай, давай. Да, я сейчас давай, 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 грязь делай, делай грязь. Там Хантер, а, не застопил. Не-не. Делаешь? Делаешь? Да. Давай, давай, пошла, родная. Хорошо, 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 игра. А вот сейчас, короче, мы делаем под захватик. Аккуратно в половишку берем, и я вжимаю свой овер. В половишку надо только взять. Ай, шар, сука. Держи, держи, Егорчик, держи, держи. Всеми силами, всеми силами. Нет, не будет. Нету никого, никто не страхует Егориуса. Ладно, я делаю заход конем. Это коня-ход, смотри, смотри на коня-ход. Смотришь внимательно? Коня-ход пошел. Пошел грязный коня-ход. Нормально это там. Пойдет, 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 пойдет. Конина залетела, чутка родная. Так, у меня еще половина овердрайва есть. Придержите сами. Я еще чуть-чуть пройдусь. Пошире, мамонт очень грязно для осады работает. Очень грязно для осады. Прям просто супер-бомбочка. Прям очень хорошо. Так. У них проблемы, блин, купол очень плохо. Васп, Васп, какой же ты лучший, брат. Блин, не лучший. Ну надо, надо, надо чуть придержать. Чуть-чуть придержать, Егорчик. Егорчик, чуть придержать. Всеми силами сейчас придержи, Васп уже готов. Он уже заряженный с бомбой, ему просто долететь надо. Он летит, родной, родной, родной. Давай. Лучший, родной. Есть контактик, под нее играет Пандыч. Пандыч делает грязь. Надо забирать, орех с оверкой. Орех должен линию прикрыть. Сейчас, если орех закрывает линию, то будет шикарно. Там нету? Шар летит, Егорчик. Аккуратно, аккуратно, аккуратно летит. Шарелла. Два шареллы. Хорошо, я переждал. Держу. Егорчик, хп, брат. Хп, 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 родной. Нету хп. Габелла. Уходит наш захват. Ну, центр, конечно, взять. Я не знаю, как мы центр в начале катки взяли. Это прям самая сложная точка на этой карте. Это прям очень тяжело. Особенно, если у противника хорошая команда. То это прям максимально сложно. Придерживаю телом, но меня сбривают моментально. Не хватает нам урона, нужен урон. Нужен урон. Орех накидочку делает. Надо сбивать захват. Надо, надо захват сбить. Делаем, 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 делаем. Делаем что-то, что-то делаем, что-то делаем. Едем, едем, въезжаем, хорошо. Оу, чуть-чуть блокшотика. Грамотного. Отлично. Работа. Есть, 75. У Хантера есть оверка. Хантер, 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 Хантер. Хорошо, красавчиком. Так, Титанчик хочет прожаться, но я блокирую. Не даю, не даю, не даю, не даю. Нельзя, нельзя, нельзя давать. Орех хорош, красавчик доигрывает. Егорчик соло, соло, Егорчик. Держи, 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 брат, родной, держи. Держи, родной, держи, родной. Ну, почти, 91% овердрайва. Я делаю заход конем через право широко. Орех, извини, пожалуйста, мне надо широкий заход сделать. Внимательно, надо сейчас оформить грамотную суету. Так, Титанчик раздается. И мы под эту грязь играем. Под грязноточку влетаем. Ту-дух. Еще, 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 еще до конца. Доработать, доработать, доработать. Поворотик, поворотик. Паркурчик в паркуре. Ух ты, сарделька улетела. Можно придержать. Ну нормально, нормально было, нормально. Развалисимо было сейчас. Шарик летит. Надо доработать, доработать, Егорчик. Нам ничка нужна. Ничка, ничка, ничка. Доработать понял, надо. Понял. Доработать. Орех летит с оверкой. С респа втушил. Он понимает, что 30 секунд нужно на захват. Ему надо просто сбить захват. Орех, ну плохо сыграно. Ну справа широко. Ты же видел, как я заходил. Можно же было так же. Егориус! Сардалькину закинул хорошую. Только доработать, доработать до конца. Такое, конечно, такое, Орех. Но можно было и выиграть, если честно. Можно было уровень General Tanks показать. А не просто, ну как говорится, ну такое, такое. Овердрайв с респа прожимать неграмотный. Ну либо хотя бы ядерную войну показать какую-то. Можно было все-таки там овердрайвов-то полным-полно. Нормально очков-то. В целом, неплохо, чат. Поддерживаем данный видос лайком. Подписываемся на канал, если вы еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Егорчик. Пока, до свидули. Пока. До свидули, друзья.